Предстоящей ночью с запада в Латвию придет обширный фронт осадков. Утром на большей части страны пойдет снег. Местами возможен сильный снегопад и небольшая метель. Дороги станут заснеженными и скользкими. Во многих местах сформируется снежный покров толщиной 1-5 сантиметров. На побережье Курзамы ожидается дождь. Во второй половине дня завтра только местами в стране будет идти снег и дождь. В восточных регионах небо будет облачным. Солнечный день ожидается в Курзамы. С запада страны на смену южному юго-западному ветру придет северо-западный, порывы которого составят 8-13, а на побережье 18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью от плюс 3 градусов местами на побережье до минус 7 градусов в Латгале. Максимальная дневная температура будет от 0 градусов на востоке до плюс 7 градусов на западном побережье Курзамы.